30 экипажей из Северной Осетии, Чечни, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. В селении Кахун завершился турнир по джип-спринту. Для участия в соревнованиях водители-экстремалы выставили только лучшие автомобили с усиленными подвесками и мощными двигателями. Адам Абазов о незапланированных поворотах на трассе. Он руля крутит, а его вот так джу, туда тащит, он опять в заднюю. Финиш уже позади, джиперы активно обмениваются впечатлениями. После 10 кругов экстремального вождения эмоции просто зашкаливают. Моя ласточка. Прочие принялись оценивать последствия столкновений, которыми изобиловал весь день. Царапины, вмятины, отлетевшие фары и выбитые стекла. Просто голову выбил немножко. В заездах участвовали джиперы из Северной Осетии, Ставрополя, Чечни и КБР. Всего около 40 экипажей, многие из которых победители и призеры всероссийских соревнований. Чтобы подготовить внедорожные гонки, автовладельцу нужно как минимум установить колеса большего диаметра, доработать подвеску и, конечно же, увеличить мощность двигателя. Основательно к соревнованиям подошли организаторы. Соорудили просторную стартовую площадку. В гонку теперь могут одновременно вступить все участники. К тому же полностью изменен маршрут и рельеф трассы. Во-первых, чтобы и зрелищнее было. Во-вторых, машины готовят, машинам становится неинтересно. А чтобы интерес, добавлять интересом, трассу очень сильно изменили. Добавили много водных преград, добавили подъемы и спуски. Очень сильно изменили. Трасса стала намного сложнее. Наглядным подтверждением стал заезд категории «Туризм». Уже на старте из гонки одновременно выбыло 3 экипажа. И с каждым кругом количество участников становилось все меньше. Автомобили ломались, тонули и намертво застревали в вязкой грязи. Оставшиеся в строю развернули ожесточенную борьбу, которая порой приводила к незапланированному результату. К счастью, ездоки отделались легким испугом. Победителем этой битвы стал экипаж автомобиля «Варвар» из Кабардино-Балкарии. Мы знали, зачем мы едем. Ни капли сомнения. За первым местом приехали, первое место взяли. Среди гонщиков на Нивах самыми быстрыми и стойкими оказались ставропольчане. В категории «Спорт» вновь победу одержали джиперы из Кабардино-Балкарии. Адам Абазов, Марат Атруков, Кабардино-Балкария, Вести, Северный Кавказ.